Каток на левобережной набережной превратился в площадку для состязаний по кёрлингу. В столице края проходят соревнования по этому виду спорта. В них принимают участие ребята из дворовых команд, а также все желающие красноярцы старше 14 лет. В силу того, что площадка нестандартная, играют по упрощенным правилам, мероприятие направлено на поддержку фестиваля «Выходи гулять», который проходит во всей России в течение зимних месяцев и продлится до 10 апреля. В рамках этой акции устраиваются ярмарки, дни здоровья, семейные викторины, традиционные народные забавы и спортивные турниры. Проходят соревнования по кёрлингу среди дворовых команд и жителей города Красноярска в рамках всероссийского фестиваля «Выходи гулять». Соревнования мы проводим совместно с Федерацией кёрлинга Красноярского края, которые любезно нам предоставили инвентарь профессиональный,